ордеров, а для бюджета безопасности движения есть флигер, маленький значок. Модный, но главное – безопасный стиль. Участники конкурса представляли аксессуары и одежду со светоотражающими элементами. Судейство было строгим. Оценивалась не только красота. Одно из обязательных условий – практичность, чтобы каждую работу можно было применить в реальной жизни. Проводится конкурс такой впервые в городе Ангарске. Цель его – это именно популяризация световозвращающих элементов на одежде именно школьников, чтобы дети различные вариации носили на своей одежде, ну и, конечно же, чтобы их было видно на дороге, особенно в темное время суток. Организатор конкурса – школа номер 20, областная ассоциация юных инспекторов движения «Зеленая волна» и, конечно, Ангарская ГИБДД. Надо признать, что фантазия ребят безгранична. А главное, каждый из них теперь заинтересован в ношении светоотражающих аксессуаров. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.